Современные дети пользуются мобильными телефонами не только для того, чтобы звонить и писать СМС. Игры, фотографии, поиск и получение информации. И как все родители, мы переживаем и волнуемся за своих детей. А нашим родителям, конечно, нужен телефон, чтобы совершать звонки и писать СМС. Они не играют в игры, но иногда с их телефонами происходит странное. И в самый неподходящий момент наши близкие могут оказаться без связи. Абонент временно заблокирован. Сумма на вашем счете недостаточна для совершения исходящих вызовов. Привет, бабушка, привет, девочка. А вот и девочки, а мы вас заждались. А что такое контент-услуги? Контент-услуги – это платные подписки на различную информацию, курсы валют, погоду, полезные советы и многое другое. Если вы хотите контролировать расходы на мобильную связь, обратитесь в любой салон вашего оператора и разделите счет. Платите отдельно за услуги связи и отдельно за контент-услуги. Разные договоры на мобильную связь и контент-услуги – защита вашего бюджета. Вы контролируете ваш телефон, а не наоборот. –